Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Марс. Мы продолжаем проходить глобальную конверсию для Скайрима под названием Эндерал. Хер знает, где мы находимся. Пару дней не играл. Глокаменная мастерская. А, маги. Точно. Ладно. Что там у меня по весу? У меня же там перегруз, по-моему, был. Наверное, стоит вернуться. К сожалению, быстрое перемещение не работает, поэтому придется пиздячить пешком. Но это, в принципе, невелика беда. Ух ты. А что это такое? Какой-то механизм. Да ладно тебе, ну. Давай, не сопротивляйся. И что это, блядь, такое? Это что, стоппер для поездов? Блин, я думал, что-то поинтересней. Ну ладно. Как дела, дикий маг? Блин, у вас снаряга неплохо стоит. Вот этот что-то приуныл. Я, кстати, вот этого парня я не помню. Походу, не я его убил. А, мертвый шахтер. Значит, тут действительно работали шахтеры. Потом пришли маги. И все пошло по пизде. Я не могу бежать, я не могу бежать. Херово. Теперь я могу бежать. Нет? О боже мой. Ну, ладно. Расстанемся с этими сапогами. Это на самом деле ужасное место, я не очень люблю магов. Но у меня к ним должок. Даже не к этим, а... Вот тут вот пацаны у нас тусуют. Смотрите-ка. Станция. Ну и ну. Олень, беги отсюда. Беги, это не твой бой. Вот мразь. Блядь, а оно попадает. Не, ну а чё они? Магия восстанавливается быстрее. Заберу, продам. Кинжал надо брать с собой, потому что у меня там какой-то говёный кинжал. Сапоги положим им. Вот я и отомстил вам, суки.
Так, надо бы зарядить свой посох. Мое мега оружие. Да не этот. Вот этот. Да блять. Что я сегодня по кнопкам промахиваюсь? Да, не сильно я его зарядил, но тем не менее, это уже получше. Сундук на ученика. Блять. Во. Да япона мать. Просто знаю только одного единственного торговца, и тот довольно-таки не близко. Хотя вот по чесноку мне пока рановато с этими магами махаться. Они мне люлей вламывают буквально, ну, да вы видели в прошлой серии, там две сосульки пролетает, и я уже труп. Так что я думаю... А что там по квестам, кстати? Книги. Во-во-во, вот это, походу, мой основной квест. А куда это идти надо? Ну, блин. Хочется, конечно, и им пиздюлей вломить. И по квесту двигаться надо. Дилемма. Ну да ладно. Для начала надо продаться, а там уже посмотрим. Может, я сейчас пойду по мейн-квесту, и мне... Не знаю, там, убер-пушку дадут, или еще что-нибудь такое. Что игра для меня станет вообще изи. Ну, конечно же, такого не будет, но тем не менее, хотелось бы верить. Кстати, я же хотел добавить музыки и поубавить эффектов. Там просто какой-то пипец творился с этой музыкой. Я посмотрел на записи, ну... Не заглушало, но тем не менее, все равно довольно неприятно, когда оно так орет. Но вот на самом деле музыка прекрасна. Ага, вот и моя торговка, вот и ее питомец. Oh, hello. Бартер. What? Oh, yes, sure. Смотри, сколько мусора у меня всякого. У нее золото-то хоть есть, блядь? У нее 500 золотых. Надо продавать самое дорогое, значит. Или самое тяжелое. Так, ну это не тяжелое, в принципе. Кинжал. Посохи, дубины, конечно же,
Серебряные эти мечи, блять. Кинжал оставлю. Сталь больше не нужна. Стрела звездников, блять. Я так понял, звездники это две меры местные. Ну, оружие их. Назвались звездняковым, блять. Господи. Зачем было так извращаться? Ну, это, в принципе, локализаторы. Мод разрабатывала компания немецких разработчиков. На, вот один капюшон тебе. Чё купить-то у тебя, дорогая моя? Этот меч я же тебе исплавил. Кольчуга. Зелье здоровья бы купить. Теперь у тебя появились бабки, да? Вот. На, держи последний капюшон. Тут пока продавать ничего не буду. А, у меня же еще есть свиток. Телепорта Варк. Ну ладно. Давайте двинем по мейн-квесту или хотя бы доберемся до первого города. То сколько, блять, можно шататься уже. Кстати. Я, по-моему, схватил бутылку из-под чего-то. Ну, естественно. Надеюсь, Арк это действительно город. Тут был махач, по-моему, с бандосами. Да-да-да. Прекрасные места. Если бы не местные обитатели, вообще бы цены бы им не было. Просто текстурка красивая, я думал, новая алхимия какая-то. Так, а где у нас ближайшая точка? Ближайшая точка у нас, блять, в воде. Тут говорящий колодец. Волки. Сейф. Чё это такое? Вот это я понимаю, забафался. Давай сюда шкуру волчара. Там есть значок подковы. Так отмечались раньше конюшни. Так, опять же, речное и арк в ту сторону. По-моему, в речное как раз-таки меня и отправляли. Ага, это туда. Что ж тут за конюшня-то такая? Интересно, блин. Такое чувство, как будто я и вправду играю в Skyrim. Довольно интересно. В других модах
такого ощущения нету. То есть там все как-то линейно, что ли. Не хочется путешествовать, исследовать, а тут прям интересно. Блять, закрыто. Старая ферма. Посох пламени. Ну разве это не прекрасно? Схема железного меча. Призыв волка у меня имеется, между прочим. Учебник плюс 1 очко воспоминаний. Вот это прекрасно, вот это ты молодец, блядь. Свиток света Геральда. Заблудшие до 12 уровня. Это, я так понял, испуг этот стандартный, это чё? Пила. Гвозди. Давайте заберем. Вдруг пригодится. Я, блин, уже столько времени хожу, собираю. Все еще, блядь, не пригодилось. Но надежда есть. Надежда все-таки есть. Не, ну вы просто посмотрите, вот я свернул в случайное место, встретил мага, нашел схему, япона мать. Надо идти, возвращаться назад в речное. Сука. Прекрасные локации, хороший мод, реально хороший. А это что за место? Вижу пауков. Давай, харкай. Чё, ваншот что ли? А, подожди-ка. Неужели уровень сложности меняется только после перезахода в игру? Сейчас мы это и проверим. Чё, драться со мной решили? Да. Да-да-да. Бандиты реально стали тонкими. У тебя защита, мы их, по-моему, 31, ну вернее, у моей керасы. Так что оставь себе. Да, 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 ну ладно, чё, буду знать. Но все равно для адепта они уж какие-то слишком жирные были. Дисциплины магии, энтропия, механика, репутация. Хм, блин, даже книжки новые. Это интересно, надо будет почитать попозже. Тьфу ты. Пропитаны магией одеяния.
О, даже такое можно крафтить. Железная клеймора пламени. Ух ты. А чё, я ее вместе с этим забрал? А, типа, железный двуручник изменили на фламберг. Вот такой вот. Сделали уникальным предметом. Прикольно. А чё там, кстати, за рецепт еще к нему прилагался? Это по двуручному оружию. Псионика. А, вот оно. Кстати, вот это вот надо бы сожрать. Плюс одно очко воспоминания. Блин. Ну ладно. Нету так нету. А путь мне предстоит. Чё, блядь, тут происходит? Ловушки какие-то были, да? Ну, видимо, да. Наверное, тоже место обитания бандитов. Дом Еро. Да господи, выпрыгни. Ничего не осталось, все раздолблено. Бля, крыса. Маленький рюкзак и кожаная кераса. По-моему, маленький рюкзак, рецепт у меня уже есть, а вот кожаной керасы пока нет. А, это про энтропию, я уже смотрел книгу. Соль. Посох лечения. Тут, похоже, кто-то оборонялся. Причем довольно-таки долго. Шкатулка с драгоценностями. Блять, поломал. Луки наносят на 8% больше урона. Вот это хорошо. Что-то из комплекта даже. Сыр. Травы. Не, давайте все пособираем. Что там за часть комплекта? Скрытность на 4% выше увеличивает ваш запас сил. Какие-то прикольные сапожки, легкая броня. Видимо, какую-то полезную фиготу нашел. Но это все, к сожалению. Больше тут ничего нет. Нет, мне надо вот туда путь держать. Два маркера, блять, еще в двух разных направлениях. Не очень удобно. Тут тоже шахта была. Так, с этим колодезем не пообщаешься. Бля, горки как в Майнкрафте. Ладно, по ним я следовать не буду. По крайней мере, пока что.
Ого. Вот это крабстер. Это что за место? Дом Пентоса. Детали. Прочная кожаная кераса, ремесла 20. Молотка вроде нет. Циркуль. Вот это что-то новое. А тут больше нифига, да? Да блин. Так, ладно, хорошо, допустим. И геодата какая-то довольно странная. Хотя нет, вот. Все правильно, все было в воде. Я думал просто. Да, согласен. Теперь сложность совсем изи. Ну ладно. Буду серию заканчивать, уже тогда поменяю. А, или даже сейчас поменяю. После перезахода станет сложнее. Где там? На ученика. А то на адепте я уже как-то поиграл, блядь. И еблище сломали в 3 секунды. Ох. Пожалуй, по берегу доберусь. Не хочу я по этим чащам шататься. Места тут и вправду прекрасные. Бандиты. Или нет? Нет, какой-то земледелец. Речное. A foreigner, huh? What a surprise. Я пришел походу. Да ладно. Я дошел до поселения мирного. Yes, you. Do you want to know a secret? Нет. Пошел нахуй. Меня интересует больше крафтинг, кузнец и остальное. Я просто где-то в подсказке, по-моему, читал, что скрафченные вещи, они сильнее, чем то, что я могу найти. Это похоже на свиноферму. Что это? Речное. Просто чей-то дом. Watch yourself. The streets aren't safe this time of the day. Пьяная пчела, я так понял, это трактир. Трактир пока тоже не особо интересен. Да, это речное. Прекрасно. Офигеть, торговая площадь.
Yeah? What? No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be quick about it. Мне твоя кираса нравится. Так сбоку стрелы приторочены. Здорово. Увеличивает здоровье. Так. Маленький рюкзак за 94 монеты. Старый капюшон бродяги. Маленький рюкзак. Вот я его могу скрафтить. А продаешь ты что? Стрелы. Кинжал. Кстати, прикольно выглядит. Такой кортик сделали из обычного кинжала. Дай я это поработаю. Спасибо. Кожаная кираса. Это как раз то, что я могу сделать. Давайте нацепим. Маленький рюкзак. Ну. И куда я его нацепил? А, вот он. То есть я его и вправду нацепил. Красота. Что это такое? Защищенный сундук. Чем он защищен? Вы нашли защищенный сундук. Предметы, которые размещены там, нельзя потерять, не будут утрачены. А, то есть я сюда могу сложить. Это склад. Превосходно. Блять, вот только мне сложить туда нечего. Да, вот это хорошо. Вот это нравится. This and that. На продажу. Угу. У тебя куча жратвы. Это прекрасно, на самом деле. Ага. Слышь, дядя. No, I just put them out for you to look at. Tell me what you need and be quick about it. Возьми вот этот клеймор. Наверное, сапоги эти пока я продавать не буду. Ну, то есть, скрытность выше на 4%. Легкая броня. Пока оставлю, хотя они мусорные на самом деле. Да, я еще что-нибудь покажевлю. Отлично. Но мне все же нужна. А я недавно в городе ищу работу. If you know a thing or two about herbs and the healing arts, you should talk to the mayor. His companion has been sick for moons now. Poor Mathilda. I've never met a woman more generous than her. She doesn't deserve that. Я тебя понял. Задание по охоте за головами, объявление. Давай посмотрим. Разыскивается за многочисленный разбой. Взять контракт. Yes? Ну а чё, разбойник? Охота за головами — это неплохая такая прибыль, я так думаю. Who are you? Здорово. Просто путник. Вы же Элфрид, верно? Друг детства Еро? Еро, this is about his death. The rampage.
Тебе известно об этом? Of course, who hasn't? Yerio was one of us, after all. It is terrible. Simply terrible. You want to hear an old man's opinion, though? I always expected that something like this would happen. Malthus, forgive me for talking about a keeper like that, but it's the truth. Вы имели в виду, что предвидели это? Как? Да старый пердун что-то наваливает, мне кажется. Hard to explain, really. Come on, let's find somewhere to sit. It'll be easier to talk that way. А, да? Ну. Ну, давай присядем. Well, Yarrow. Yarrow. That's quite a subject, you know. You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least, until his mother died. Не от старости, полагаю. No. Bandits killed her in broad daylight on Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe, very safe. She was on her way to Ark, accompanied by three other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. It changed Yarrow forever. Как именно? Well, that's a good question. On the one hand, he became a man, despite his tender age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak. A desire to make more of his life. Old Mother Jenica noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. When he didn't have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Он смог найти силу в своем горе. Положительные перемены. That's one way to look at it. It wasn't long before he was the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things, even though he was only on the path of a manufacturer. And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. And behold, in addition to Yarrow's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. The keeper took him away, and a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I don't think he ever noticed how much that hurt me. В каком смысле? Неужели это такая редкость, что кто-то с пути изготовителя смог стать хранителем? If one of the manufacturers makes it to sergeant of the guard, it's reason enough for a bard song. Ого. He must have been the first novice in centuries who was not of the sublime path. So yes, it is uncommon. Нихуя More себе. Than that. Так что вы имели в виду? Я всегда подозревал, что именно так все и закончится. Oh, it's hard to explain. I believe it was the way he was talking about his grand plans. How he wanted to make the world a better place, to become the greatest keeper since Lorem Waterblade. Underneath all this there was an anger. An anger mixed with deep grief and disappointment. I don't think he was aware of it because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to learn and to work day and night, but
It frightened me, like the Blue Death. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without the Order's help. At first, it grants power, but then, one day, it bursts out in an unholy wave of destruction, turning him into one of the monsters in the old songs. Anyway, I'm just an old man. What do I know about these matters? Now let me go to sleep. All these memories are making me weary. Спасибо за помощь. Yes, of course. Короче, я так понял, это история пострадавшего от маговской лихорадки. Довольно сильный был чувак, амбициозный, одержимый. И все закончилось довольно-таки печально, как вы могли услышать. Что ж, дорогие друзья, продолжим мы уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, с вами был Марс. До новых видео, всем пока.